Всем привет! Сегодня бегал, искал акционную продукцию по другим акциям и вот обнаружил вот такую вот пачечку с таким акционным промо-стикером, промо-лентой. Как и в случае с сухариками Флинт, я сразу же подумал, что это акция с розыгрышем призов, подошел, посмотрел, оказалось, что нет. Но все-таки я решил ее купить и сделать небольшой обзорчик. Давайте посмотрим поближе, купил ее в магазине АТБ. Здесь, кстати, так и написано, что эта акция действует только для АТБ. Также здесь указано, что в каждой пачке содержится подарок. В случае с сухариками Флинт там была жвачка, то есть подушечка жвачки. Сейчас почитаем, что же здесь указано. «Похрустив, то свои подых освежив. Похрустил и свое дыхание освежил». Так же, как и с сухариками Флинт, акция проводится с 1 февраля до конца года, то есть до 31 декабря 2020 года. Условия подробные можно посмотреть на обратной стороне вот этой ленты Chipsters. Подарок в каждой пачке. Ага, вот написано «Дрожжи без сахара со вкусом апельсина». И также есть еще другие два вкуса. В принципе, здесь на промо-ленте с этой стороны ничего нет. Сейчас оборвем, посмотрим. А вот и информация. Здесь написано, что внутри находится подарок дрожже с разными вкусами. По техническим причинам дрожже может находиться не в каждой пачке, не в каждой упаковке. То есть так же, как и в случае с фишками. Мы этот момент посмотрим. И сейчас я открою эти чипсики. Чипсы Chipsters не так уж и часто мне попадаются. Ух ты, какие они красивые, волнистые. Вот так вот они выглядят. Сейчас попробую на вкус. Вкус очень классный, кстати. Это вкус телятина с аджикой. Мне нравится. И пока, кстати, ага, вот она виднеется. Упаковочка с дрожже. Выглядит она, кстати, примерно так же, как упаковочка со жвачкой в сухарик Флинт. Что же здесь написано? Написано, что это дрожжи без сахара со вкусом мяты. С подсластителем, содержит источник фенилаланина. Не рекомендовано детям до 7 лет. Чрезмерное употребление может содействовать слабительному эффекту. Очень классно. Сейчас мы развернем и посмотрим на это дрожже и попробуем. Вот как оно выглядит в виде такой таблеточки. Сейчас мы его попробуем. Очень мятное, освежающий эффект. Сразу выделяется слюна. Наверное, летом очень будет прикольно. И действительно похрустел чипсами и освежил свое дыхание. Вот такие сейчас акционные чипсы Chipsters продаются в АТБ, где находится вот такое вот дрожже одного из трех вкусов. В моем случае это попался вкус мяты. Очень прикольный. Если интересно, можете попробовать. Оцените со своей стороны эти дрожже. Именно вот с такой акционной промо-лентой. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки. Всем удачи. Пока-пока.